Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Очередные масштабные коррупционные схемы и громкие уголовные дела. В сфере здравоохранения Беларуси задержан ряд так называемых медицинских функционеров из Минска и Гродно. Разовые незаконные вознаграждения некоторых из них доходили до 10 тысяч долларов. Тема взяток не обошла и наш регион. Здесь, правда, обошлось без медработников. Прокуратура области изучила и направила в районные суды Гомеля 4 уголовных дела. Обвиняются сразу несколько должностных лиц госпредприятий. Установлено, что обвиняемые, используя свое должностное положение, вступили в преступный сговор с региональным представителем минской фирмы и без выбора альтернативных вариантов заключили договора на поставку спецсредств индивидуальной защиты для нужд предприятий. После заключения договоров на поставку продукции обвиняемые приняли для себя от одного и того же представителя организации незаконное денежное вознаграждение. Сейчас два обвиняемых заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде. 2000 бутылок без акцизов и документов. Очередную крупную партию контрафактного алкоголя из России задержали таможенники в Гомельской области. Восстановленной для досмотра фуре было найдено около 1000 литров водки. Товар был просто прикрыт деревянными палетами и пустыми канистрами. По данному факту начат административный процесс. Водка изъята. А теперь об обстановке на дорогах региона. Статистика, предоставленная ГАИ, такова. 742 зарегистрированных на 23 ДТП и один пострадавший. Авария с пострадавшим произошла накануне поздно вечером на проспекте Космонавта в Гомеле. Здесь не поделили дорогу легковушкой мотоцикл Honda. 30-летний водитель, управляя автомобилем Opel, при перестроении на перекрестке совершил столкновение с женщиной-мотоциклистом 25 лет. В результате столкновения женщина-водитель-мотоциклист была госпитализирована в учреждении здравоохранения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.